Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Это компания ТО Евразия Global Equipment из Алматы. Мы находимся по адресу Наваи 62, офис 86. Наш сайт www.ege.kz. Наш сайт www.ege.kz. Наш сайт www.ege.kz. Сейчас тестируем погрузчик XGMA. XG955H, серия H. Погрузчик, объем ковша у погрузчика 3 куба, 5 тонн, грузоподъемность. Двигатель у него 192 киловатта или 230 лошадиных сил. Резина 23,5 на 25. Вес погрузчика 17 тонн 200 килограмм. Погрузчик, управление ковшом погрузчика осуществляется джойстиком. Джойстиковое управление. Кондиционер стоит на погрузчике. Погрузчик сделан по технологии Caterpillar. Завод XGMA открылся в 1951 году. Является полностью государственным предприятием. На сегодняшний день выпускает в год 40 тысяч погрузчиков, 13 тысяч экскаваторов, 5 тысяч вилочных погрузчиков и много другой техники. У погрузчика сильно изогнутая стрела. И цилиндр расположен не под углом 45 градусов, как у всех, а под углом почти 90 градусов, что увеличивает грузоподъемность погрузчика и увеличивает его подъемную силу. Ковш погрузчика усиленный, проваренный дополнительными пластинами, как вы можете видеть, чтобы не нарушалась геометрия ковша при тяжелых работах с такими материалами, как щебень, камень и другими. Подробные характеристики погрузчика мы можем вам выслать коммерческим предложением на электронную почту или на WhatsApp. Так что обращайтесь в нашу компанию, и мы без труда, очень легко и быстро проконсультируем вас по всем интересующим вас вопросам. И вышлем на WhatsApp или на электронную почту подробное коммерческое предложение по этой технике. Так, продолжаем наше видео. Вот баллоны, резина, как я говорил. 23,5 на 25 размер баллонов. Вот ковш. Как я вам говорил, видите, усиленный дополнительными проваренными пластинами. Вот. Сбоку эти пластины можно увидеть. И по центру ковша 3 штуки. Зубья не приваренные, а прикрученные, что облегчает их замену в случае поломки. Можно легко открутить, купить новый зуб и поставить на погрузчик. И ездить дальше, работать, не останавливаться.
Стрела, вы видите, какой толстый металл. В два раза толще, чем у таких же заводов, которые делают эти погрузчики. Похожего класса. Надежные пальцы. Соединения, болты. Трубки. Подача гидравлического масла. Цилиндры надежные. Мощные. Есть металлический брызговик, чтобы грязь не летела на кабину. Самое главное, обратите внимание, вот все фонари, все осветительные приборы защиты, закрытыми металлическими кожухами. Вот посмотрите, как сделано соединение рамы, тоже мощными петлями с хорошими болтами. Вот, чтобы оператор не подскользнулся зимой или когда дождь идет, специальные накладки накрыты черные, противоскольжение. На кабине вы видите по два фонаря дополнительных освещения. Вот тоже на приборах. На фарах стоят металлические кожухи. Двигатель вот Шанхай. Двигатель шанхайский дизель. 162. Я в видео говорил 192, ошибся. 162 киловатт. Это дает 230 лошадиных сил. Вот можете посмотреть бирку двигателя. Мосты, вот мощные, хорошие мосты. Солидно сделан погрузчик по технологии Caterpillar. Лестница удобная, чтобы подниматься. Лестница тоже очень солидно выполнена. С толстого металла. Кардан здесь, карданный вал. Вот такой вот погрузчик Экжима. Кабина просторная, хорошее остекление. Все видно очень хорошо. Так, вот обзор Экжима 955. Так, джойстиковое управление. Угу. Джойстиковое управление. Так, вот щиток приборов. Так. Температура, масло, давление, так, вот это вот моточасы, давление воздуха, температура антифриза, вольтаж. Вот. Тут также имеются вот кнопочки аварийка, аварийный стоп, дворники, туманки, вот, дворники, маячок аварийный. Все, вот здесь находится у нас, так, печка. Тут включается. Все. Так. Зеркало заднего вида. Маячок. Так.